Ясмина Омар, 13 yoshda, Toshkent shahrida tug'ilgan, 21-chi musiqa maktabining a'lochi o'quvchilaridan. Ingliz tilini mukammal o'rganish asosiy maqsadlaridan biri. Ясминахан, сіз мүлләттіз кім? Я кореянка. Я скажу да. Спасибо. Спасибо большое. Наверное, ни один из нас так бы не смог спеть корейскую песню, но вы спели именно узбекскую классику так, как положено. Это удивительно просто. Никто не почувствовал, не услышал акцента, ничего. И все это было в традиции. Чудненько. Спасибо. Браво. Спасибо. Я говорю да. Я тоже говорю да. Я не поверила, что вы кореянка, честно говоря. Я подумала, что вы узбечка. Ответ да. Супер. Спасибо большое. Спасибо. Хайн
Шундай қилиб, мен ҳозир ҳайронман, қандай қилиб? Ҳақиқатан ўзбек тилига, ўзи умуман ўзбек мақомига, ўзбек классикасига бўлган муҳаббат қаердан сизда пайдо бўлди бу нарса? Ёки кўпроқ эшитдизми сиз? Много слушали, наверное, да, узбекскую музыку? Я много слушала её и потом начала учиться. Педагогическим? Вот мой педагог. Исмилари? Юлдуз Джахоновна. Юлдуз Джахоновна? Айтинчи, сиңлимиз билан ишлашда осонми ёки қийинми? Нимаси осон кечди, нимаси қийин? Йўқ, қийинлик туғдирмайди умуман. Бу албатта нафақат қизимиз ютуқлари, бу сизга ҳам ютуқингиз. Сизга ҳам катта меҳнатингиз. Омад ёр бўлишини тилаб қоламан келажакда ҳаммасида. Успехов. Молодцы.